Друзья, всем привет! У нас наступил сезон зимней рыбалки. Сегодня привез Pro Max 500 серии на техосмотр. Гарантия еще не слетела. Хочу, чтобы мне ребята его обслужили. Подготовили к зимнему сезону. Вот. Ну и хочу посмотреть, зайти в торговый зал, посмотреть вообще, какие сейчас новые модели пришли. Сейчас новые модели, кстати, тоже такой же серии, но там двигатели получше. Я почитал немножко, там движки, говорят, что получше. Сейчас зайдем вовнутрь и проконсультируемся, что нам расскажет консультант. Посмотрим, что из себя представляют новые снегоходы. В общем, погнали! Так, ну что, друзья, посмотрим. Я хочу посмотреть, какие новые экземпляры тут есть. А вот, кстати, приветствую. Привет. Это новые, да, вот эти получаются? Да, снегоходы. Как раз таки хит этого сезона, промах секут, 27. Данных на данный момент на рынке нет, цена качества не соответствует 100%. 27 мотор, 500 гусянка, сразу же идут широкие лыжи, полностью закрытая подвеска рамы. Прям отличный снегоход. Ну, более-менее, вот смотрю, вот новые модели, фара какая-то появилась у вас. Да, это комплектация X-Motors Edition, то есть дополнительная фара, также установлена защита ревал, защита днища, расширители. И так дополнительно сразу же стоит усиленная цепь на капитана. Они уже все 200 по новой модели, новый пластик, новая рама. Отличная модель. А про эти, что это стелсы, тоже расцветка, смотрю, прикольная. Кремовская расцветка по желанию для клиента можно наклеить на любую, на комплектации их все. Ну они получаются идентичные, те же, просто расцветки разные. Естественно. Вот. Я, в общем, вот, смотрите, о, кстати, такой же, как у меня. Серьезно? А это получается тот же самый или это другой уже? Просто он точно так же выглядит. У вас какого года модель? Прошлого года, 2021 года. Ну смотрите, первое, что в глаза бросается, это естественно обдувка. Начиналась обдувка двигателя, теперь он греется намного меньше. Это именно с этого года прошло, прошлогодняя версия, возможно, вы их не заметили. Сразу же говорю, что была полностью изменена телега. Телега теперь алюминиевая, там небольшой сплав уже из других металлов. Теперь она на 3 мм толще. То есть теперь ее подваривать ничего не нужно, теперь она совершенствована. Также стоит здесь новый мотор на 28 сил, уже сбалансированным валом. То есть вибрации, которые, возможно, замечали в своей прошлогодней версии, а теперь их нет по слову совсем. Смотрите, если вас заинтересовала данная модель со всеми новшествами, то у нас есть система трейдинга. Можно без проблем, раз снегоход у вас находится уже на ТО, мы отправим вам менеджера, он оценит ее, с небольшой доплатой заберете здесь из наличия уже новенький. О, нифига себе! А что, вы смотрите, уже трейдинг появился, что ли? А, друзья, прикиньте, трейдинг у них есть. Бля, так-то аппарат вообще нормальный, блин. Он, получается, и мощнее будет, и как бы и новый, и гарантия уже будет не 3 года дается вообще-то, насколько я знаю. 3 года, да? Три года. Можно сказать, если я сдаю, там посчитают, скажут сколько, блин, я не знаю. Ну, короче, вы посчитаете, там скажете, сколько вообще надо доплатить, оцените все это. Блин, ну так-то тема, слушайте, ну вообще мне понравилось тем, что он еще чуть-чуть помощнее, ну в целом он тот же самый аппарат, блин. И пробег, считай, нулевой, новый аппарат, и 3 года будет гарантия. А как это, долго будет процесс идти? Я думаю, я снова ход уже здесь, сегодня все решим. Сегодня, да? Блин, так-то заманчиво предложение. Ладно, подожду, я, короче, сейчас смотаюсь там по городу. Там позвоните мне, если что. Да, господин. Ну вот скажешь, что там что, я приеду и там уже, наверное, обсудим. Я просто уже не знаю, что и сказать. Потому что я на нем ездил этот сезон, ну тема, бля, я вот хочу оценить вот этот. Посмотрим, как он себя поведет.
О, Витёк, здорово! Здорово! Чё, холодно, с рукой? Чё с рукой? Да пипец, цепанул. Короче, Витёк, есть тема. Сейчас ездил в X-Motors, там, короче, этот, предложили такую тему, как она называется, трейд-ин, да, трейд-ин, короче, они говорят, что можно обновить снегоход, вот почему я тебя и вызвал, поможешь мне чуть-чуть там с погрузкой. Друзья, короче, такая тема, сейчас мне позвонили, буквально, ну, час, наверное, где-то прождал, сказали, что можно будет уже забирать, погружать снегоход. Вот, я подумал и решил, вот взял с собой помощника, напарника, будем сейчас грузиться, и сказали, короче, где-то, ну, оценили, где-то в 43 тысячи получилось. Ну что, поедем? Да, нормально. Посмотришь как раз, ну, как он выглядит. Ну, почти то же самое, но он просто будет помощнее. Ну, так нормально. Тема вообще классная. Тем более, еще новый уже, с гарантией еще. Да, гарантии. Ну, тем более, тогда взять уже новый, не мучиться. А ладно. Этот что, если забирает не так дорого же, что 47 тысяч, то ты знаешь, что опять у тебя новый. Ну да. Ну все, друзья, сейчас, короче, документы там собирают. Сейчас еще раз позвонили, сказали, что можете приехать. Сейчас только документы дооформят, и все. Мне только надо будет подписать там, росписи свои поставить, и все. И Алга с песней вперед. Ну да, я смотрю, прям продумано сделано. Не, подставка. Чисто все хорошо. На лыжи сила. Одеваются. На что можете жена приезжать? Не, он на гусянке на следе или поворачивает. Погрузки мне установили спинку заднюю, с того снегохода сняли, и кофр тоже. Ну, кофр, в принципе, мы сами установили. Вот. Осталось загнать прицеп. Сейчас попробую заехать в прицеп. Он должен прям тютелька в тютельку вместиться. Все, погрузка совершена. Буквально тютелька в тютельку. Сейчас еще опущу этот прицеп. Он более-менее выровнится. Сейчас до гаража. Выгрузка будет в гараже. Вот. Ну, в ближайшие выходные дни, может быть, завтра, посмотрим, поеду на рыбалку, покатаюсь по снегу. Снега, конечно, у нас не так много, но уже хватает. Лед уже 40 сантиметров, это точно. Я уже был на рыбалках, замерял толщину льда. Все, добрый путь. Поехал я до гаража.